В связи с погодными условиями сотрудники госавтоинспекции по Крымскому району переведены на усиленный вариант несения службы. В связи с сложными дорожными условиями обращаю особое внимание при несении службы на контроль за лицами и организациями, полномочными осуществлять функции по содержанию уличной дорожной сети в Крымском районе в надлежащих условиях. Также особое внимание нацелю на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в связи с сложными погодными условиями в трудные жизненные ситуации. Хочу выразить вам большую благодарность, что вы не оставили нас в такую тяжелую минуту, вы оказали нам помощь. Большое вам спасибо. Сотрудники дорожного надзора ОГИБДД контролируют работу должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети Крымского района. Для большей мобильности экипажи ОВД ДПС сопровождают специальный транспорт к местам переметов и обработки мостов и эстакад. Уважаемые водители, в связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция по Крымскому району напоминает вам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Не забывайте про безопасную дистанцию между автомобилями, не нарушайте правила маневрирования.